Приморье – один из первых регионов страны, где начались выборы президента Российской Федерации. В режиме онлайн жители края могут наблюдать за ходом голосования. Первый день для голосования из трех установленных законом. И этот первый день мы традиционно открываем в Центре общественного наблюдения, потому что сегодня начали работать камеры с избирательных участков. Онлайн-трансляция. 630 участков у нас охвачены этой задачей, этой программы. В списке избирателей в этих участках включено более миллиона избирателей из того 1 412 000, которые у нас зарегистрированы на территории Приморского края. Во Владивостоке Центр общественного наблюдения находится на улице Пушкинской, 27. Избиратели вправе прийти и посмотреть, как проходит голосование в регионе. Система работает, любой избиратель, любой гражданин вправе прийти в Центр общественного наблюдения для того, чтобы посмотреть, как проходит голосование в Приморье. Все участки открыты, которые должны быть открыты в этот день, потому что мы помним, что у нас всего участков 1262 стационарных, 39 участков у нас в местах пребывания, 213 у нас участков на судах. Суда уже отголосовали. Напомним, Центр общественного наблюдения Приморья призван обеспечить независимый контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, ходом голосования и подсчета голосов. В нем установлена видеостена, на которой можно увидеть, что происходит на избирательных участках края. Диана Иванова, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.